бы хотел предоставить слово нашему помощнику главы Марату Батырханову. Он тоже спортсмен, занимается силовыми тренировками. Ассаламу алейкум. Всем джигиты. Я хочу коротко сказать. Было, есть такая великая цитата, все знают нашего имама Шамиля, и вам хочу сказать его словами: вознесясь высоко, будьте скромны, став сильными, будьте милосердными. Как здесь ранее говорили, будьте патриотами своего города, своей республики и своей страны. Какими бы вы чемпионами ни стали, вы всегда должны оставаться людьми. Всем ассаламу алейкум.